Здравствуйте! В этой задаче нас просят найти разность десятичных дробей 9,5 тысячных и 3,6. Мы также можем прочесть это выражение следующим образом. Из 9,5 тысячных вычесть 3,6. При вычитании, как и при сложении десятичных дробей, очень важно правильно записать дроби, разряд под разрядом. Итак, запишем. 9,5 тысячных минус 3,6. И мы выровняли наши десятичные запятые, следовательно, можем приступать к вычитанию. Начнем с разряда тысячных. Здесь у нас из 5 вычесть пустое место. Давайте к дроби 3,6 добавим 2 нуля. Следовательно, 3,6 это равно 3,6. Значение выражения не изменится, так как 600 тысячных это то же самое, что и 6 десятых. Если мы теперь посмотрим на наш пример, то 5 минус 0 равно 5. Это аналогично тому, что из 5 вычесть пустое место. Все равно будет 5. Затем у нас будет 0 минус 0 равно 0. В разряде десятых 0 минус 6. Но мы никак не можем от 0 отнять 6. В этом случае нам сюда надо что-то поместить. Значит, нам надо применить заимствование. Вот давайте возьмем одну целую у 9. Следовательно, у нас останется 8. И теперь нам надо что-то сделать с этой одной целой. Мы просто-напросто перенесем ее в разряд десятых. Обратите внимание и запомните, что одна целая – это 10 десятых. Здесь у нас разряд десятых, правильно? Следовательно, в разряде десятых будет 10. Иногда вам говорят, что вы занимаете 1. Да, вы берете 1 у соседнего числа слева, но поскольку переносите его в разряд десятых, то получаете 10. А если бы переносили в разряд сотых, то получили бы 100. Ладно, вернемся к нашим десятым. 10 минус 6 – это 4. Так, я взяла другой цвет. Здесь у нас будет запятая. И, наконец-то, 8 минус 3 равно 5. Следовательно, 9,5 тысячных минус 3,6 равно 5,405 тысячных. Вот и все. До свидания.